Ребята, всем привет! Наконец-то мне пришел подарок на день рождения от Анны Владимировны. Посылка пришла из Амурской области. Она была отправлена 10 августа, и на почте сказали, что она успеет дойти до 16, но сегодня уже 27. 27 или какое? Или 28, я уже не знаю, какое число сегодня. И вот посылку мне только сегодня привезли курьерской службой какой-то, я даже не знаю, потому что получила Светлана Николаевна, теща. И, в общем, сейчас я распакую эту посылку, и мы с вами посмотрим, что в ней лежит. Мне написала Анна Владимировна, что там есть подарочек и для Вани. Ваня очень обрадовался, но сейчас его нету, он у бабушки. В общем, сейчас мы посмотрим, что же в этой большой посылочки. Это уже вторая посылка мне. Первая была из Германии от Валентины. Там мне пришли яйца зеленые и коричневые, то есть от маранов и арауканов. С тех 22 яиц у меня вывелось 6 цыплят. И вот эти 6 цыплят благополучно растут у меня во дворе. Что же находится в этой посылочке, мы сейчас с вами узнаем. Где у нее вверх, где низ, непонятно. Ну, в общем, распакуем с этой стороны. Вот так. Упаковано вроде хорошо. Посылочка целая. Доставлена почтой России достаточно хорошо. Так, вроде отрезал все. Вот так. Ну, как всегда, сладости очень приятно. Это капучино. А что это за капучино? Это кофе на чашку. Непонятно. Я не пойму. С дополнительным пакетом. Ну да, это на чашку кофе. Здесь, наверное, натуральный сахар, натуральное кофе. Попробуем. Спасибо большое, очень приятно. Сколько? 3, 4, 5, 9 штучек. 10. 10 капучино. Конфетки. Это, скорее всего, для Ванюшки. Но Ванюшка у нас конфеты не ест. Китайские? А? Китайские. Китайские? Что за язык? Ой, не знаю. Это сейчас снимает моя жена. Это ее голос. Сниматься она не хочет, но... Да, возможно, это какие-то китайские конфеты. Мы сейчас попробуем. Красота. А это что? Тоже китайская. И это китайская штучка. Это где-то рядышком возле Китая. А что это? Давай распакуем и посмотрим. Прикольно. Классно. Спасибо большое, Анна Владимировна. Очень приятно получить посылочку. Это подарочек на день рождения. Так, а что? Что это? Ой. Чашка для чая. Термос. Чашка термос, смотри, двухстенная. О, прикольно. А это? Во. Заварка. О, это чтоб заварка, да? О, точно, это термос. А как он? Просто? А, просто открутить и пить, да, наверное? Ну да, скорее всего так. Классно. Black beer. Черный медведь. А это что? Кофе. О, и это кофе тоже. Кофе натуральный, жареный, молотый, ароматизированный в дрип-пакете. Спасибо, я очень люблю кофе. Я пью на работе кофе 3-4 пачки. Попробую и угощу своих сотрудников. У нас в офисе нас 5. Попробуем все. Не все, а все, я имею в виду. И удачи в работе, удачи в делах, удачи на даче, удачи в гостях, удачи утром, удачи днем. Спасибо. Ну, письмо. Ну, то есть, открыточку я вам читать не буду. Это написано для меня, поэтому я прочитаю сам. Здесь так полностью текст написан. Во. Спасибо. Ты поняла, что это? Это футболочка. Андрей Новиков, YouTube канал. Я себе хотел давно такую штучку заказать. Ой, за это самое большое спасибо, правда. Помнишь, я тебе говорил? Классно, смотрите, Андрей Новиков, YouTube канал. Завтра постригусь.
Боже мой. Ой, спасибо большое, спасибо. Большое-пребольшое, правда. То есть, меня прям в пот бросило. Я бы сейчас показался на камеру, но я не стриженный, завтра только попаду к парикмахеру. И тогда одену эту футболочку и засниму себя в ней. Просто красота. Спасибо большое. Боже, классно. Класс, мне нравится. Так, здесь все. А здесь что-то... А это для Ванюшки, наверное, да? Нет? О, магнитики. Лянь, классно. Боже мой. Это красота. Это красота. Глянь. Очень красиво. Вот так. Глянь. Блокнотик. Классный. Глянь, с чистыми листами, без полос. Мне нравится. Мне даже жалко в нем будет писать. Очень красиво. Я его так и положу. Это мне будет на память. Очень классная штучка. Спасибо. Магнитик. Хей-хе. Вид с набережной. Город Благовещенск. Еще один магнитик. Красота. О. А это? Типа конвертик? Или как? Открыточка, да? Отправить без конвертика, да? О. Красота. Это можно будет кому-то подарить. Вот такое все красивое. Ой, классно. Классно. Благовещенск. Это. А это календарик, наверное. Ой, нет. Это тоже открыточки. Во. Это все нужно будет рассмотреть. Класс. Красивый город. Буквица. Это, скорее всего, достопримечательности города. Классно. Очень красиво. Вот и посылочку разобрали. Очень мне приятно. Спасибо большое. Хоть она немножко опоздала. Но на самом деле сейчас мне все равно 32 года. Хоть и прошло 10 дней. Спасибо вам большое. Больше всего мне понравился вот этот календарик. То есть не календарик, а блокнотик. И вот эта футболочка. Еще раз хочу вас поблагодарить. Очень красиво. Если я ее одену на работу, то все меня засмеют, потому что я работаю технологом, и мои коллеги по работе, они постоянно с меня смеются, не знаю почему, но вот теперь меня узнает каждый. Все. Спасибо большое вам за подарочки. Не знаю, я не устану вас благодарить, потому что... Но это классно, это очень приятно на самом деле. Еще раз большое спасибо и всем пока-пока.